Говорят, что трудности и мерзости реальной жизни гораздо страшнее, чем вся сочиненная мишура про сверхъестественное. Но как быть, если что-то необъяснимое, походящее на мистическую выдумку, обнаруживается в действительности? Я не могу назвать себя крайне принципиальным человеком или сказать, что имею большой опыт в разоблачении художественных выдумок, косящих под реальные события. Но еще с подростковых годов я несу в себе какую-то чуйку, что еще ни разу меня не подводило. Так, взглянув на чей-нибудь рассказ, я почти со 100% вероятностью могу определить, придуман он с нуля или написан по мотивам произошедшего в жизни автора. И невыдуманная история обычно содержит прикосновение. Я называю это именно так, потому что твердо уверен, что потусторонние сущности никогда не глупят. Не могут случайно столкнуться с обывателем. Они способны лишь специально прикоснуться к нему, уколоть, как торчащее перо в подушке. Неудачливому человеку останется лишь надеяться на свою удачу и молить кого угодно, чтобы прикоснувшееся к нему нечто не начало преследование. Теперь же, когда и мне выпало несчастье уколоться, я понял, что писать об этом рассказ – самое тяжелое дело. У меня все еще нет достаточной смелости в душе, чтобы признаться себе во всем и принять незыблемый факт встречи со сверхъестественным. И я возлагаю огромные надежды на следующие строки, ведь только они помогут мне переосмыслить произошедшее. По жизни я еще студент. В новую квартиру заселился при родительской поддержке. Фон старый, район тоже так себе. Но у нас был четкий план действий. Сделать ремонт, перепродать двушку подороже, а затем взять мне трешку. Подъезд оказался куда менее приличным, чем мое новое жилье. Впервые в жизни я увидел бетонные ступени с жуткими сколами на краях. На втором этаже кто-то срезал часть железных перил, а пол на третьем уже несколько месяцев, судя по словам жильцов, никто не мог очистить от копоти после пожара. Прямо за подъездной дверью небольшой холл, если его можно так назвать. Две лестницы, одна наверх к квартирам, другая вниз, в подвал. Между ними каморка консьержа из грязной белой пластмассы с окошками и дверью, точь-в-точь моей балконной. Внутри обшарпанный стул, проводной телефон, старый ржавый сейф размером с тумбочку. Никакого стола, только почерневший от потушенных сигарет подоконник и пыльная банка из-под зеленого горошка, забитая смятыми окурками. Такое у меня было рабочее место. Я не искал такого труда, изначально планировал выборочно ходить на пары, а в свободное время сидеть дома и писать код для удаленной работы. Но потом, увидев объявление, решил, что мне не помешают лишние 15 тысяч в месяц за простое ночное бдение в каморке. Устраивал председатель дома, кудлатый мужичок в забавных овальных очках. Прошлый консьерж слег в больницу с воспалением легких и там же загнулся от сепсиса, поэтому в подъезд срочно требовался новый. Отец потом объяснил мне такую необходимость наличия консьержа в столь неприглядном доме. Оказалось, управляющая компания выделяет председателю некую сумму в бюджет. Он на бумаге выпрашивает дополнительного сотрудника со ставкой 20 тысяч, из которых 5 забирает себе, а остальные выплачивает. Крайне редкие, но неожиданные проверки фиксируют человека на рабочем месте и не придираются. Возможно, за небольшую взятку. В общем, механизм отлаженный. Заступил я в первых числах октября. Прикупил складной столик для ноутбука. Решил объединить занятости и целыми ночами работать. Первые пару смен было жутко. Я приходил к 9 часам вечера, сменял какую-то неразговорчивую бабку и вплоть до 9 утра то здоровался с проходящими жильцами, то бегло шугать шумящих между этажами подростков. Но когда дом засыпал, то каждый шорох в подъезде неслабо бил по оголенным нервам, как войлочная палочка по оркестровой литавре. И я вздрагивал, тянулся рукой к двери, захлопывал ее, проворачивал позолоченный барашек под ручкой,
чтобы нельзя было открыть с той стороны, и ждал, пока страх отступит. Впрочем, сидеть в заперти долго не получалось из-за того, что воздух поступал только из прорехи, рядом со спуском в подвал, отчего дышать становилось трудно и мерзко. Но со временем я свыкся, познакомился с некоторыми особо разговорчивыми соседями. Иногда приветливая женщина с первого этажа приносила мне в каморку пирожки или бутерброды. Я лишь растерянно улыбался и благодарил, не зная, о чем с ней можно поговорить. Тянулись похожие друг на друга ночи. Недели три я жил по одному и тому же графику. Если днем не нужно было тащиться на другой конец города в институт, то счастью моему не было предела. В квартиру приходила малярша и другие рабочие. Пока они занимались ремонтом, я отсыпался в соседней комнате, а под вечер расплачивался и, проводив бригаду, заступал на пост. До сих пор не понял, кто же умер в тот день. Соседи сами толком ничего не знали, а у председателя я спрашивать постеснялся. Было около 10 вечера, я уже разложился на месте, закусил покупным салатом и мирно листал бесконечную ленту ТикТока, когда на первом этаже раскрылись двери лифта, и двое крепких мужиков потащили вниз по лестнице черный трупный мешок. Я сидел с наполненным ртом и следил за ними глазами, предчувствуя что-то нехорошее. Так и случилось. На последней ступеньке шедший впереди мужичок подвернул ногу и полетел вперед, таща за собой мешок. Второй не удержал ношу и едва сам не свалился, вовремя схватившись за перила. Из-под непрозрачного черного полиэтилена показалась вздутая лысая голова и с омерзительным хрустом врезалась в дверной косяк. Мой салат тут же оказался на полу, я же подскочил и с перепугу вжался спиной в противоположный угол каморки. Мужики проматерились, несколько раз извинились, сунули мне 1000, лишь бы никто не узнал о случившемся. А потом накрыли голову трупа, уже тронутую разложением, и вытащили мешок на улицу. Первый, тот, что споткнулся, потом прибежал обратно, протер угол влажной тряпкой, то и дело приговаривая: «Вы уж извините, я говорил ему, чтобы он все крепко завязал, а он… Извините еще раз, давайте замнем все, извините». Еще часа три меня лихорадило, не унималась мелкая дрожь, а в носу стоял сладковатый запах трупа. Хотел отвлечься, но силы на работу будто унеслись вслед за обезображенным телом. Моя постпанковская подборка музыки наводила лишь сжимающую душу тоску, а рекомендованные видео попадались, как назло, сплошь жуткие. Обработанный голос надиктовывал пугающие факты. «Если вы думаете, что призраки не могут напасть на вас при свете, то вы ошибаетесь. Просто в темноте вам страшнее, а им интереснее». Я поежился и перелистнул. Спустя пару тиктоков с забавными котами вновь встретился тот же голос. «Подкроватного монстра не существует. Лучше внимательно посмотри на потолок». Я вышел из приложения и отложил телефон в сторону. Тихонько сглотнул, в ушах запищало. «Да ладно тебе», — подумал я. «Нет там никого, с ума что ли сошел?» Медленно поднял взгляд на потолок и услышал громкий смешок. Поледеневший от испуга, я опрокинул локтем пыльную банку с окурками и быстро развернулся в сторону звука. В окошке, что выходило на темную лестницу в подвал, блестело улыбающееся лицо. Я прищурился, силясь разглядеть его, но оно само поплыло вбок, и на свет вышел высокий, худосочный парень. И то ли глаза мои отвыкли от яркого света, то ли он так удачно перегородил мне лампочку, но я увидел лишь его темный силуэт с редкими выпуклыми очертаниями неказистой одежды. На лоснящемся лице различались впалые щеки и мимические морщины по разные стороны губ, растянутых в улыбке. «Ты как в подвал залез?» —
только и смог выдавить я из себя, сбившись на хрипоту. «Страх твой...» Сквозь зубы цедил он, не снимая неестественную улыбу. «Все грязный был, житейский, а сегодня сладкий, хоть ложкой ешь». Чудак говорил это так просто, точно пытался поболтать с испуганным ребенком, но от каждого его слова делалось лишь тяжелее на сердце. А потом он, помолчав несколько секунд, чуть тише выпалил: «Я скоро приду». И нырнул под окно. Перед тем, как в ужасе запереться в каморке, я слышал быстрые шаги на лестнице в подвал. Время близилось к 2 часам. Мои дрожащие пальцы бегали по списку контактов и не решались выбрать хоть кого-нибудь для ночного звонка. Внутри себя я уже решил, что странный человек вернется в 3 часа. Почему-то именно это время ассоциировалось с нечистой силой. На мгновение вернулась какая-то приторная скептичность. Я медленно приблизился к стеклу, подсветил ступени фонариком на телефоне, задумался. В самом деле, я же консьерж, а не шумоватая бабулька. Следить за порядком в подъезде – моя прямая обязанность. Тут какой-то сумасшедший залез в подвал, а у меня даже электрошокера с собой нет. Что в таких случаях делать? Конечно, звонить в полицию. Пока шли гудки, я, путаясь в мыслях, шепотом проговаривал, что надо сказать, чтобы наряд приехал быстрее. Решил наплести про шумную кампанию, драку и женские крики. Без 15:03 в подъездную дверь начали стучать. Полминуты я стоял, весь взмокший от духоты и страха, боясь выйти из каморки, а потом выскочил и побежал открывать. Приехали 2, щупленький паренек и полноватая девушка. Я тогда еще удивился, что разнимать придуманную драку прислали именно их, но на душе все равно стало немного легче. Они сказали мне сидеть наверху, а сами спустились в подвал. Минут через 5 вернулись и, угрюмо глядя на меня, заключили: «Нет там никого». Девушка потом, уже уходя, сказала, что буяничья компания могла вылезти на улицу через 2-й вход, что сбоку дома. Но тот был заперт. Значит, людей приводил либо кто-то из своих, либо тот, у кого есть дубликат ключа. В моих любимых хоррор-фильмах на этой ноте первый акт успешно заканчивается. Наступает утро, зрителю дают передышку. Вот этим и отличается вымысел от кошмаров реальности. Моя ночь продолжалась, а жуть в сердце никак не желала испаряться. Я проклинал себя за то, что не ушел в квартиру, пока полицейские были в доме. Пробовал отвлекаться на чтение, но даже паршивые анекдоты, начинавшиеся с фразы «приходит как-то», напоминали о словах гадкого подвального гостя. «Я скоро приду». Звучит как диагноз, как что-то неотвратимое. Прикосновение с той стороны, точно черная метка от темной силы для беспомощного человека. От духоты заболела голова. Тянущий спазм проскользнул от затылка к шее. Потом боль застыла в висках и глазах. Подвальная сырость и вонь наполнила каморку. Я уже не дышал, а сглатывал пресный воздух. Потом руки взял холодок. Так у меня бывает перед обмороком. «Они уже ушли», — успокаивал я себя, робко растворяя двери. «Сказали же, что никого там нет. Что-то в самом деле». Мысли о скором возвращении напугавшего меня, вытравленные спертостью на задворке сознания, вернулись окрепшие. Подросшими краснощекими удальцами они с едкими минами окружали мой разум и сильными ручищами вцепились в растрепанные нервы. Головная боль скрывала трепет, пульсирующий в черепной коробке. Всеобъемлющая беспомощность кутала меня в свои объятия. Липкие, смрадные, как тина, и большие. Ни одно рациональное объяснение не спасало от наступающего кошмара.
оно и не могло пробиться сквозь плотную скорлупу надуманного. И чем старательнее силился я успокоить себя, тем ощутимее становилось чье-то присутствие. Из подвала начал кто-то подниматься. Он шлепнул ладонью по пластиковой стене каморки, повел руку выше. Звук влажной кожи, трущейся о стекло, был сравним разве что с протяжным болезненным стоном или глухим хриплым визгом. Теперь мне беспредельно ясно, что чувствуют люди, говоря о вставших дыбом волосах. Действительно, от колючих касаний страха перед неизвестным кожа головы холодеет, а откуда-то из середины спины рвется вверх ледяная поступь скорого испуга. Я медленно оборачивался, чем еще больше лелеял скопившийся во мне ужас. Улыбающийся урод вновь зыркал на меня сквозь пыльное окошко, ритмично покачивая головой вправо-влево, как кукла на пружинке. «Еще лучше», — пролепетал он, и словно картонная фигура поплыл мимо окна, не отрывая от меня взгляда. Я отпрянул от двери, потянул ее на себя, она стукнулась обо что-то, оставив прореху шириной с кулак. Все отчетливее слышался тихий издевательский смех, помесь мокрого кашля и хрипа. Я с силой хлопнул дверью еще раз, она вновь не закрылась. Глянул вниз и окостенел. В углу лежал изуродованный полусгнивший череп, кишащий трупными червями. Я возопил, что было сил, схватившись за сердце. И тут же отвратительная голова мертвеца сменилась на мой собственный ботинок. Помутненный рассудок едва не прикончил меня этим подобием легкой галлюцинации. Я одернул ногу, закрыл дверь и взялся взмокшими пальцами за позолоченный барашек, который нужно было провернуть, чтобы подвальная сущность не смогла до меня добраться. Но она оказалась слишком близко. Ее зловещая хватка то была крепка, то стремительно слабела. Точно тварь играла со мной. Я выл и молил отпустить, но в ответ слышал лишь смех. В моменте рядом с моими руками мелькнула улыбающаяся рожа. Она, не стесняясь, оголила зубы, желтые, покрытые редкими белесыми проплешинами. Дыхание мое сбилось, глотать воздух стало больно. В очередной миг, когда ломящийся ко мне выродок дал слабину, я из последних сил отклонился назад и резким движением бьющихся в треморе пальцев провернул спасительный барашек. Теперь оно ко мне не зайдет. Но улыбка почему-то не слезла с его темного лица. Зато в свете лампочки поднялась багровая рука, облепленная кровавыми язвочками и мокрыми лоскутами кожи, точно у вынесенного из пожара трупа. Длинный кривой перст указал куда-то вглубь каморки. Я мельком глянул туда, увидел проводной телефон, и сию же секунду он заверещал громким зубодробительным визгом. Рожи за дверью уже не было. Стены каморки плыли у меня перед глазами. Вспотевшие окна смазывали тусклые очертания подъезда. В глубине горла заиграла тошнота. Я положил трясущуюся руку на липкую трубку телефона, поднял ее, приложил к запревшему уху и даже не успел что-нибудь сказать, как из сиплого динамика вырвался знакомый голос. «А я сейчас из сейфа вылезу». Ноги стали ватными, словно услышанное их обескровило. Темный прямоугольник сейфа чернел пугающим монолитом в углу. Я кое-как выудил из кармана мобильник, навел бледный луч фонарика на железную коробку, потянулся к полуприоткрытой дверце и со скрипом открыл ее. До этого я свято верил, что в сейфе хранятся какие-нибудь ключи или ценные вещи жильцов, которые они сдают консьержу на хранение, но даже не думал залезать и смотреть на все это добро. Однако внутри не оказалось ничего, кроме черной дыры размером с весь сейф.
Задняя стенка отсутствовала, и потайной ход в бетоне вел куда-то вниз. Впрочем, я знаю, куда он вел. В подвал. Свет в подъезде погас. Кто-то хлопнул по выключателю на первом этаже. Я стоял посреди каморки. Тусклое пятно фонарика на почти разряженном телефоне обдавало часть двери и одно окно. За ними промелькнул силуэт. Он мчался быстро, всем видом показывая, что убегать от него по лестницам бесполезно. Оставался один путь – на улицу. Но разве я мог решиться? Последние силы истратились еще в поединке за дверь. Выдержка на пару с силой духа перемололась в кашу. Остался лишь древний и вечно пылающий в любом человеке страх перед неизвестностью. И ничего больше. Я сел на пол, прижался спиной к дверце сейфа, рукой уперся в угол подоконника, а ногой в одну из пластмассовых стен каморки и стал вслушиваться в каждый звук. Подкативший к горлу ком, как растущая изнутри удавка, сбивал и без того рваное дыхание. От напряжения изнывали мышцы, и расслабляясь на секунду, я чувствовал, как изнутри сейфа кто-то давит на меня. Он сидел там. Я не видел, но осознавал, что на его блестящем темном лице все еще держится ухмылка, что его изувеченные руки лежат по ту сторону дверцы, беззвучно гладит кривыми пальцами ржавую преграду, готовясь при первой же возможности оттолкнуть ее и вцепиться в меня. Тварь брала измором, насмехалась и верила, что я никуда не сбегу. Так оно и было, но время работало на меня. Каждая новая минута, что ощущалась целым часом, медленно, но верно приближала меня к спасительной заре. И когда я разглядел блеск первых лучей солнца через мутные окна, тварь в сейфе завозилась. Копошение продолжалось недолго, вскоре оно стало тише. Рассерженный и улыбчивый урод сгинул к себе в логово. Бабка, пришедшая на смену, нашла меня всего бледного. Дверь она открыла ключом. Боюсь представить, что стряслось бы с моим рассудком, если бы в ту ночь я бы увидел этот небольшой блестящий ключик, висящий на одном из кривых, обгорелых пальцев существа. К следующей ночи обитатель домового подвала наверняка бы подготовился лучше. Если такие, как он, способны рассуждать логически и делать выводы, в чем я ни капельки не сомневаюсь, то очередная наша встреча была бы вдвойне короче. Этот проголодавшийся упырь не стал бы церемониться со мной, запугивать по новой или ждать, пока мой собственный страх заново созреет. Вновь станет не простым житейским, а особенным, сладким, таким, которым он и его сородичи питаются. После той ночи, разделившей мою жизнь на до и после, я уехал отсыпаться к родителям. Сейчас меня посещают разные догадки. Может, я был в силах отпугнуть питающееся страхом существо, если бы попросту перестал бояться. Но как, черт возьми, можно перестать бояться? Я чудом пережил коварный потусторонний натиск, выиграл у темной силы право на жизнь, но вместе с тем и разозлил ее, лишил еды. Итог моих злоключений один. Человек ужасно слаб перед всей той бездной, кишащей мириадами неизвестных тварей, одно лишь прикосновение которых способно бесповоротно сломать. Герои вымышленных историй могут до бесконечности сражаться с ордами злых существ, изучать их иерархию и строение, но реальный человек волен лишь прятаться и бежать. Я чувствую, что моя душа чем-то осквернена. На ней навеки остался отпечаток кривого монструозного пальца. В тот дом я больше не возвращался. Все дела с квартирой перебросил на отца. Сам же сначала жил с родителями, а потом, когда убедился, что прожорливое нечто меня не преследует,
переехал к друзьям в частный дом. Тут и планирую находиться, пока не прикуплю новую квартиру, как можно дальше от того района, где в одном из подвалов старого дома чуть не остался лежать навсегда. Считайте все написанное моей личной психотерапией, проработкой тяжкой травмы. И мотайте себе на ус. Спасется тот, кто после первого же прикосновения припустит со всех ног прочь от неизведанного. Случай моего спасения – это редчайшее исключение. Берегите себя. А я передаю приветы таким замечательным людям, как Владыка Завулон, Александр Шагинов, твой темный попутчик, Раджаб Агаев, Радмир Худайгулов, Гер Шухов, Домашний Халат, Ева Мявкина, Алина Шундякова, Удав, Федор Краев, Татьяна Постовалова, Алена Шмидт, Сергей 002X, Антон Цибульский, Денис Чичиков, Григорий и Алина Булочкина, Антон Нечаев, Градос, Никита Прокопенко, Ален Бойчиков, Владимир Масников, Валери, Хочетян, Роман, Позорно Джованна, Полина Никитина, Александра Мор, Екатерина Котлетова, Данил Кекз, Женька Нейро, Тьма в мир, Киквов 63, Твой психоз, Андрей Тимофеев, Адептус Марковус, Алекса, Ктара Веном, Сен, Овощ. Друзья, я желаю вам крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Спасибо вам огромное за поддержку.